Здравствуйте! В этом видеообзоре рассмотрим аккумуляторные пилы штиль MSA-160CBQ и MSA-200CBQ. Аккумуляторные мотопилы штиль входят в группу аккумуляторных инструментов штиль. Также в эту группу входят мотокосы, мотоножницы, подметальное устройство, воздуходувное устройство, высоторез, абразивно-отрезное устройство и аккумуляторные газонокосилки «Викинг». Особенно практичными аккумуляторные инструменты делают то, что все предлагаемые аккумуляторы, зарядное устройство, а также ранцевый аккумулятор подходят для всех перечисленных агрегатов. Все устройства из аккумуляторной программы «Штиль» обладают общими преимуществами. Имеют малый вес, низкую вибрацию, работают без выхлопных газов, без запаха бензина и без кабеля. Такие инструменты мобильны, могут применяться в помещениях. А уровень шума от аккумуляторных агрегатов такой низкий, что при работе не нужны даже наушники. Благодаря этому идеально подходят для работы в местах с нормированным уровнем шума, таких как больницы, детские сады, школы, санатории и жилые районы. Аккумуляторные пилы предназначены для заготовки дров, ухода за садовым участком и для строительства. Аккумуляторные мотопилы просты в применении. Достаточно вставить аккумулятор в агрегат, включить его и начать работу. Аккумуляторные агрегаты по производительности соизмеримы с компактными любительскими бензопилами мощностью до 2 лошадиных сил, такими как штиль MS-170, MS-180 и MS-181. Высокая производительность пиления обеспечивается за счет трех компонентов. Первое. Мощный литий-ионный аккумулятор обладает большим запасом энергии, долгим сроком службы и высокой надежностью. Время работы аккумуляторных мотопил с аккумулятором AP-180 до 40 минут, а с аккумулятором ранцевым до 3 часов. Второе. Специально разработанная для легких и компактных пил тонкая цепь с малым шагом 1/4 дюйма, с низким уровнем вибрации и слабой отдачей. И третье. Направляющая шина штиль Rollomatic E-Mini с длиной реза до 35 см. На агрегаты установлен бесщеточный двигатель штиль ЕСИ с электронным управлением с высоким коэффициентом полезного действия. Практически не подвержен износу. Электроника поддерживает постоянную производительность двигателя. Передняя трубчатая рукоятка, задняя прорезиненная рукоятка обеспечивают удобство при работе в любом положении. Пилы сбалансированы, имеют оптимальное положение центра тяжести, имеют малый вес, около 5 кг. Аккумуляторные пилы, так же как и бензопилы, снабжены инерционным тормозом цепи. Система тормоза цепи останавливает цепь за доли секунды при отдаче и при падении агрегата, обеспечивая безопасность работы оператора. На аккумуляторных пилах для повышения безопасности используется дополнительная система торможения Quick Stop Super. Пильная цепь останавливается в тот момент, когда отпущен курок газа. Прозрачное окошко масляного бака. Постоянно виден уровень масла для смазки цепи. Запатентованная безинструментальная крышка масляного бака. Прикреплена изнутри. Не потеряется, не упадет, не загрязнится. Не надо держать в руке при заправке. На пилы установлено устройство быстрого натяжения цепи без использования инструмента. Для натяжения цепи достаточно ослабить боковой зажим, специальным регулировочным колесиком выставить нужное натяжение цепи. В этом видеообзоре мы вместе с вами рассмотрели мотопилы с двигателем, работающим от аккумулятора. Видеообзоры бензиновых и электрических мотопил вы можете посмотреть в других роликах на нашей странице. Остается добавить, что вся продукция марки «Штиль» имеет годовую гарантию.
Сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийные периоды вы сможете получить в любом официальном сервисном центре. Непосредственно ознакомиться с продукцией фирмы «Штиль» вы сможете у ближайшего к вам официального дилера, где вы получите исчерпывающую консультацию и сможете приобрести необходимую вам модель.